Полиция установила владельца автомобиля, который устроил дрифт прямо на Маковом поле. Все произошло в Жетысусской области. Казахстанцы оказались очень возмущены таким отношением к природе. Видео сняли на поле вдоль трассы Талдыкорган-Кунаев. Мужчина безжалостно давил цветы, а на замечание, говорят очевидцы, просил не лезть не в свое дело. Мак, хотя и не занесен в Красную книгу Казахстана, давно стал визитной карточкой этих мест. Полиции сообщили, что водителя нашли. 34-летнего мужчину привлекут к ответственности за нарушение правил защиты зеленых насаждений. Ему грозит штраф в 103,5 тысячи тенге.